Население не должно испытывать недостатка электроэнергии и тепла в зимний период. Об этом исполняющий обязанности премьер-министра, первый вице-премьер-министр Крымской республики Артем Новиков, сказал в ходе заседания республиканского штаба по подготовке отрасли экономики населения страны к осенне-зимнему периоду. Исполняющий обязанности премьер-министра Артем Новиков заслушал информацию полномочных представителей правительств республики в областях о прохождении осенне-зимнего периода. Руководителям Нацэнергохолдинга, председателю Госкомитета промышленности, энергетики и гидропользования необходимо обратить самое тщательное внимание для того, чтобы снизить аварийность на объектах инженерной инфраструктуры и энергообъектах. Я прошу вас не ссылаться на отсутствие финансирования. Согласно ваших заявок, согласно кассового плана Министерства финансов осуществляет финансирование. Люди не должны испытывать дефицит, нехватку электроэнергии, люди не должны испытывать дефицит тепла. Никаких веерных или других плановых отключений электроэнергии быть не должно. У нас достаточно энергоресурсов для того, чтобы обеспечить без аварийное прохождение осенне-зимнего периода.